Ну я же сказал, нет здесь никаких 12 месяцев, и кольцо тебе никто не подарит, кроме меня. Oh my God! Ожидали такого? Я не ожидал. Посмотрим, что же там на этот раз. Лайфхак и игла. Что бы это могло значить? Но если тут написано лайфхак, то... Пойдемте проверять. Всем привет! Это новый выпуск на моем канале. Каждый из вас любит ходить за грибами, либо за ягодами. И нередко бывают случаи, когда человек может просто заблудиться нечаянно, случайно. Но лайфхакеры этого не позволят. И сегодняшний выпуск не исключение. Я нашел лайфхак, который поможет вам выбраться из самой лютой чащи. И вот как выглядит этот лайфхак. Отличный лайфхак. Если он работает, мы спасем человечество. Итак, для данного лайфхака, как собственно и показано в нашем лайфхаке, мы взяли тарелочку с водой, пробку и взяли бумажку. То есть, и взяли еще мы две иголки. Мы сейчас будем сравнивать, какая точнее покажет, на бумажке или на крышке. То есть, как-то так. Ну, если, конечно, вы заблудитесь, можно также взять листочек с дерева, там, либо какую-то травинку. Ладно, переходим к проверочке. Для достоверности я возьму айфончик, на нем включу компас, потому что другого у меня нету. Вот. И будем сравнивать с показаниями айфона. И вот так она мне всегда и везде помогает. Иди отсюда. Давай-давай. Иди-иди-иди. Так, положили первую иголку на крышку. Вторую кладем на листочек бумаги. Теперь давайте сравним с компасом. Не знаю, север показывает у нас туда. Ну, одна вот пока показывает. Может, они друг на друга реагируют, поэтому сбиваются. Но пока ничего не работает. Пробуем дубль 2. Нет, но она шевелится, я на нее не дышу, ничего. Так, ну вот, когда убрали одну из иголок, да, стало показывать немного получше. Показывать не точно, но примерно. То есть примерно сориентироваться можно. Кончик иглы показывает на север. Север у нас вот там. Слушайте, но она остановилась. Итак, ребят, ну, давайте подведем итоги.
этот лайфхак, он действительно работает, то есть конец иглы, он показывает на север. Я не знаю, как это так происходит и почему именно кончик иголочки показывает на север, но это работает. Так что, когда вы вдруг нечаянно где-то заблудитесь в лесу, и если вам так сильно повезет и рядом хотя бы будет водоем, то смело пользуйтесь этим лайфхаком, он вас выведет. Главное знать, в какую сторону идти. Также хочу сказать, подписывайтесь на канал, также ставьте лайки, потому что без них мои ролики не увидят остальное население нашей планеты. Так что если вдруг вам попался этот замечательный ролик, подпишись и поставь лайк, мне будет приятно, вам не сложно, да? Вот, буду стараться удивлять, делать что-то новое, что-то приятное. Да, кстати, у меня появился новый раздел, так называемый «Тачка на прокачку». Там я собираюсь немножечко прокачать свою машину. Вот, вы ее в роликах уже видели. Ну и я хочу попрощаться. С вами был Валдис. Вы были на канале Валдис Лайф. Всем пока.